и Севастополь. Возвращаются в родную гавань, к родным берегам. Произошел переворот, власти захват. Вступили в серьезный диалог по взаимной помощи, по участию в программах по импортозамещению с нашими крымскими партнерами. Будем это развивать. Мы раздаем крымские яблочки. Прямо из Крыма? Не знаю, нам сказали их раздавать, мы раздаем. Сколько яблок в руке? По одному. Сами попробовали? Нет. Власть, кровь. Меж кровь, власть, Крым наш, власть, кровь, меж. Вот уже как год Крым в составе России. А мы с Уралмаши, да? Мы с Уралэлектротяжмаши. В рабочий день, когда мы изъявили свое желание руководству, естественно, нас поддержало, потому что радость это не только каждого, но и общая для нашей всей страны, естественно, для завода. Ну, праздновать пришли годовщину соединения с Крымом. Крыма к нам. Очень хорошо, конечно, удался, да. удался очень даже. Прямо я вот встала, вот старуха, 75 лет, я прямо довольна, вот что я это самое вот пришла сюда и празднуем мы все. Вы даже с удочкой пришли? А? Да, с удочкой.